В Мексике неосторожное приглашение посетить праздник 15-летия дочери, опубликованное ее родителями в соцсетях, привело к спецоперации с привлечением сил гражданской обороны страны и Красного Креста. Записанное видео разошлось тысячами мемов, а на интернет-страницу мероприятия откликнулись более миллиона человек. Даже если приедет каждый сотый из этого числа заявивших желание посетить праздник, то все равно такое количество людей превысит возможности деревни с населением всего в 200 человек, заявляют местные власти. Для сохранения порядка они привлекли дополнительные силы полиции и военных. Отмечу, что праздник 15-летия очень популярен в Мексике. Его устраивают для всех девушек, достигших этого возраста. Обычно на него собираются сотни гостей, а по значимости он едва не превосходит свадьбу.